Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам про милейший набор от Knit Pro, который появился совершенно недавно. Такой вот чехольчик у него джинсовый. Очень приятный, тактильно. Из натуральной ткани выполнен. Подозреваю, что из хлопка. Вот здесь внутри такая... Все хорошо прошито. В этих кармашках как раз находятся спицы и вот такие лески вместе с стоперами, коннекторами. Здесь вот стоперы... Ключи. Коннекторов нет. Вела бы заблуждение, извините. Вот, значит, здесь смотрите, какие спицы. Очень маленькие, просто мега маленькие. 5-сантиметровые. Размеры от 3 до 6 миллиметров. 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 и 6. Вот такие спицы. Сейчас прикрутим, посмотрим, как выглядит собранный комплект. Покажу вам поближе. Очень подходит, напоминает чем-то Лики Индиго. Такие тоже с синеватым оттенком. И вот так на ощупь прям тоже и по гладкости очень даже совпадают. Вот две лески в комплекте идут. Одна маленькая совсем. Вместе со спицами образует длину 26,5 сантиметров. И есть леска побольше. Вместе со спицами образует длину 30 сантиметров. Ну, я прикручу на маленькую. Посмотрим, как это будет выглядеть. Начала прикручивать. Очень простая такая система крепления, как у всех Knit Pro. К этим спицам подходят любые лески Knit Pro и лики. То есть, в принципе, если лески есть, можно такими спицами и большие изделия вязать. Вот так прикрутили, и получается вот такие вот красивые, аккуратные спицы, которыми можно вязать что-то маленькое. Вот так это смотрится в руке. Леска здесь такая... В меру мягкая, в меру жесткая. Ну, что-то такое среднее. Но при такой, по таком маленьком диаметре, наверное, это даже преимущество, потому что сильно жесткая тоже не подойдет. Ну и сильно мягкая, возможно, тоже будет плохо. Так она будет фиксировать ваши изделия и, возможно, будет удобно вязать. Здесь, конечно, очень все индивидуально. Обратите внимание, что спицы действительно очень маленькие, очень короткие. То есть в ладошке буквально вот так выглядят. Единственное, что здесь еще есть продолжение лески, оно достаточно. Такое крепкое, то есть, в принципе, можно считать, что это продолжение самой спицы. То есть, это вот не мягкий какой-то здесь изгиб, а это именно вот еще продолжение и такой вот крепкий какой-то вариант. То есть, в принципе, в руке крепко будет держаться. Вот такой вариант изобрели наши друзья и коллеги. Покажу еще маленький размерчик, чтобы вы понимали, как выглядят тоненькие спицы. Это раз номер 3. Такой наборчик у нас в наличии. Можете... приобрести. Всем пока!